Ну а второе отделение вновь открывает четырехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Олимпийских игр Екатерина Гордеева. Вы помните ее адажио в первой части показательных выступлений. Здесь танец на русские народные мелодии, совершенно другой образ, совершенно другой стиль. Как известно, Международный союз конькобежцев ИСУ в 1994 году в первый и пока последний раз допустил профессионалов к участию в Олимпийских играх. Очень многие звезды выступали тогда в Лиллехаммере, и Курт Браунинг, и Виктор Петренко, и Брайан Байтану, и Катарина Вит, но никому из них не удалось завоевать золотую олимпийскую медаль и даже в призеры попасть.